Два мага. Красотуля, что ты себя сама не диспелила? Не пришлось тебя диспелить. Из-за этого я не успел захилить второго мага. Сейчас зайдет инкокер. Эй, вы меняете меня? Да не на кого менять. Сейчас, подожди, может ты не попалась. Наточил вроде. Там лимошка, второй кто? Отлично, заходи. Давайте до завтра. Я на минуту отойду. Я тоже. Идите на минуту, кому надо. Только не на полчаса. Так, можно второго кота взять? Можно. На пол возьму. Да не, сейчас Эдли будет. Должно нормально, наверное, не знаю. Да, бери пока не бога, он может с собой пойти или по этим котом онлайн сидит. Пусть лучше с собой. Так, одного кота хилит, так двоих. Наставан ты в одного кота или в двоих? А что, у нас конта нет в рейде? Есть. А, вижу. Я думал. Да у нас на пол хороший. Крауд и Силфишмарон. Не знаю, что у нас там за проблемы. Не знаю, я с шаманом стоял. Он не мог, висел долго. На каком-то трае. Ты в ВВК лучше? Да, давай, пошли в ВВК лучше. Распускай. Это шутка была неудачная. Вот помните, какой ЕВК? Мы, блядь, полтора часа просто так тут сидим. В смысле, полтора меньше? Ну сколько? С трэшем, если считать, а не только холеоны. Почти час. Больше часа. У меня уже вторая фласка. Уже, у меня тоже вторая, да, больше часа. А, ну, блин, у меня уже глаза липнут, ё-моё. Я уже тоже немного подустал. Void, Terraflex. Рюкка есть? Интересно, кто получит золотой мяч? Кстати, да. Опять тот, кто забьет в Ла-лиге больше мячей, наверное. Часто так, наверное, золотые мячи отдают. Ну, пока Гризман из тех, кто остался. Можно рыбку? А, это как Робану и Снейдеру вместе с Иньестой давали золотые мячи, да?
Да. Давайте за линию заходите, Машуленька, что не хватает? Все. Войд. Ждем Войда и начинаем. Каску свою с Сави киньте, просит. Шипы дайте на протопало. Войд. Что, шипы помогают как-то? Урон наносит. Морально. Ну, можно туда ветре ауру поставить. Не надо. Будет уснул, наверное. Пошел по мувику чекать, сколько все времени двигается, сидит. Двигается, двигается, все, заходите. Много скелетов. Маг, Сарази, маг. Все, подтвердил, слава богу, начинай, Поклонский. Кинь на меня метку, квадрат. Беги, малышка, вот метка. Перебежали. Бля, кнопка заела. Там ревность не срабатывает. Фердинанд. Перебежали. Процента было. Ну, Сиджерин не упал. Что? Заходи, Поклонский. Третьим заходите. Кралька, не кастуй волну. Флешки похитил ко мне. Я ж не проседаю. Я под прожимом. Сейчас вообще не хиль, не хиль. Теперь хиль. Ты зря маленьким таким стал. Как тебе фидом кидать? Ага. Ну, будешь сам бегать. Как ты таким маленьким стал? Он знает, о чем мне. Слава. Ну, заходите восьмой быстрее. Не заходите. Стойте. Джесс, на следующем трае оставайся уже. Плюс у нас минус один маг. Заходите во тьму. Красоту, бля, выйди. На восьме, что ли? Да.
Ага. Перебежали. Пиздец, у нас там фо. Это уже фул хаус, короче. Первый раз тьма падает из-за танка. Мне буквально миллисекунды не хватило. Да уже просто усталость сказывается. Надо об этом было думать на первом трае. Обо всей этой хуйне. Кто хочет спать уже? Да мы не спим, мы... Да, бьем дальше. На том свете отоспимся. Выйти и не убить, это же пиздец. Нужно, конечно, перерыв сделать. Но ему получается первая атака 33 куска, и через полторы секунды, можно сказать, почти через две, вторая тычка к нему прилетела, и все. Поставьте мамонта, пожалуйста. Что-то я тоже хочу уже кушать. Да я тоже без ужина, блин. Потому что не берем сделать. Пошли на отбав. Да не, потом собирать эти все полчаса людей. Давайте уже убьем и пойдем уже все по своим делам. Самые хорошие были самые первые трое. Так всегда. Предлагаешь после первого хорошего трая ров сразу объявлять? Не траить, вывыкаете? Не, ну я уже в ВВК не пойду сегодня. Я тоже не пойду. Там девушка предлагала, вы выкаете. Я бы пошел. Что-то бы пронесли. Давай не тратить вообще раз. Гобу выкасываем. Да ладно, успокойтесь. Давайте убьем. Ну ладно, давай убьем, так и будь. Давайте проголосуем. Убьем или нет? Давайте использовать класс на 100%. Все готовы. Заходить за линию. Подождите, не готовы. Я вас бафала, это манисия. Пожалуйста, соберитесь, сконцентрируйтесь. 10 минут вашего терпения и внимательности. Это Анка. Убери эту форму своего карлика, потому что тут ретери, она через мышку. Тебе берет карлик. Ей неудобно. Каски нет, каски на роге нет. По роге каску дайте. Если ты фридом не получишь, это твоя вина будет. Ретрия. Красочку по роге, пожалуйста. Все, начинай по-кромски. Я ему уже дала. Сатарелли пометка. Олег дал ассист, а ставь нечаянно лично. Чудеса. Перебежали. Сразу заходи, Рид, подождите немного и заходите. Ты заметил таймер? Ага. Нет. Одна секунда до метеора было.
Я даже не смотрю. Да не, ты что, там еще только лужи исчезли. Не могло быть. Не знаю, мне показало так. Да, все, Нихиль пока прожался. Это я не знаю, я себе, по-моему, не исправлял. Входите, свет, тебя не слышно. Да выходите, понятно, это так. Пока не могу. Давай, пока не могу быстрее. Да давай, быстрее. Цели не туда, но все нормально. Перебежали. Пиздец, опять бы дикал упал. Да ты гонишь, на. Сколько вообще там пролетает? Ну, покажите отхил. Сейчас гляну опять. Покажите, как хили танка, и покажите Поклонского. Сколько еще таких героев? А сейчас по нему не было 2 секунды за хилу. Вот была божественная буря, омоложение, восстановление, быстрина, и все, и вторая плюха ему прилетела, и конец. Я не успеваю на него. Через 3, вот, это Анка хилит. А как хилю я вот с тьме? Ну, по крайней мере, я хилил. Вот. Цепухи вообще нет. 14%. Это, ладно, давай я во тьме похилю. На, вот это смотри еще. А это что ты линканул? Сейчас было? Туда не повезло просто. $700,000 за полторы, даже не полторы фазы. Грессайтесь, пожалуйста, быстрее, Селин, Анка. Так не поднимай, Рэд. Хил только танка. Смотрю, что будет. На второй фазе надо, чтобы шаман чуть-чуть подхиливали иногда цепухи. Там морда уже не держит. Я их как бы удержу. Олег же хилил, он рейд. Он цепуху вроде вообще. Ты же во тьме вообще не кастовал, да? Нахер не надо мне. Я про вторую фазу говорю, не про третью. Кто этот Джимис? Не, на вторую, да, но может на третью упали. А не на второй. Ну, бля, заходит креста, там сейчас кубик кто упал. Там на третий, понятно, там дохили все опять. Ну сколько там, 7 человек или 8. На каждом можно наложение держать. Есть у кого-то баночки на ману? Манопоты. Сорян, закончится. Давай, ладно, и давай я света похилю эту тьму, Анка.
Анка, негодяйка. Так ты сейчас нас... говоришь, как сейчас хилить. Ну. Просто она подумала, что сейчас свет будет хилить, мало ли. Джерри. Все готовы, начинаем. Убежали. Алик, ты ставишь тотем? Сука. Ходли, подними эфир. Первый трай забыл. Вставай. Бежали. А вы что, попало местами поменять? Заходи по-конски, да. Матурь. А, Джест, подними этого. Да, Матурь, одна секунду, да падение метеора была. Заходи, Вав, что ты стоишь? Дайте там поварам бафа. Не хиль меня, Кральк. Заходите во тьму. Жест, привет. Только не бог Иннард раздай. Полманы, блядь. Гоните, а? Вы, блядь, что, можете кашлять его. Да не волну не кастует шамана, поэтому мы и подыхаем. Они свою цепуху кастуют, и БДК я проседает. Это какая-то уже хуйня началась. Покажи эти детали смерти по плоскому. Да что там смотреть? Блин, волны не было. Вместо волны была цепуха. Я видел, как кто-то из вас там цепуху кастует. Все там было. Как вот так? Я волну не успел кастануть после выстрела сразу. Проект 3, вставай. Устал. Фу-фу-фу. Путная хуйня, да? Может быть... Может быть меня в Эрдру? Сирену в ШП, к вам свет. Ретри, мы уже больше минуты стоим и ждем тебя. Бегу. Пиздец.
Это вообще первая резка, да? Третья. Это пятая. Касочку поприветствую. Спасибо. Если ты имеешь в виду про сегодня, то да, это первая. Нет, меня просто давно не было, я работаю, я тут вообще первый в рейд попала и такое. Готова ретри? Нет, еще бафы. Скажешь, как будешь готова. Да. Начинай прогноз. Агро. Узреть начало эры разрушения. Старый рыб. Мать, я в луже простоял. Что не сдох. Коворчик. Перебежали. Бейте босса. Ты по тетелька в тетельку, да? Заходи по-клонски. Рейд, заходите. Игнеры квадрату. Не знаю, сколько тебе отдали, 4 дэна на КД. Жопа. Какого космана его. Анка же тьму, да? Заходите во тьму. Анка, осторожно, сман. Походу лезвий, зая. Походу лезвий. Беги от шарика, беги. Пиздец. Бомбочка, поднимешь ретро. Да Фридом был поздно, да? Под мордой будет. Не слышно вообще. Посланником смертокрыла. Бомбочка. А, Даня, ты видишь, что она за 40 метров или чё? Ну я ж тебе сразу сказал, что она под мордой. Как бы надо туда подбежать, друид тут не бегает. Сарай из маг, метка. А когда мне сбегать надо? Можешь заходить. Заходи сейчас. Беги!
Рост во тьме. Джесс, подними-ка огурчика. Бойд, подними-ка огурчика. Перебежали. Гимн ману. Пою гимн ману. Перебежали. Блять, сука, ёбаная лужа. Падает. Просто не повезло. Падаете? Да, падаете. Блять, мне уже глаза болят. Я уже сейчас плакать начну. Алло. Ну не, то, что мы лайфимся, то, что уже болят. Меня слышно, прием? Что лайфимся? Кто не записал? А теперь слышно, прием? Слышно. А до этого? Я думал, ты это устал уже говорить. А, ты думал, что я молчу, да? Ну да. Могу вообще порелить, блядь. То вот что-то пиздец, короче. Твоим голосом мы с первого трая убьем. Давай, ой, блядь. Давай, блядь, не убьешь 500 гп и гану, блядь, на всех персов. Я предлагаю пару трайв сделать еще, если нет, то уже расход делать. Уже устали. Повезло опять, служи. Жесткая лужа. Там Джерри, он холёно стал бить, что пиздец просто. Чё, ГП не будет за эти тирай? Не. Там небось ты упал, или? Да. Ну яс. Хочу тебе напомнить, я тебе не кидал ГП за лезвие. О, да? Кидать на Шанана? Ладно, я понял тогда. Я понял. Думал, ты понял. Я еще не понимаю, почему ты мне в ПМ писал про первый трай, что я там хорошо хилю. Ты же какой-то дурачок, походу. За бой следите лучше. Дайте каску по уроге. Сейчас сюда. Где рыба протухшая? Квадрат где был? Слава, сколько у тебя времени? Без 10:05. Да еще минут 20, короче, уже. Да не, нихуя, сейчас будем до 9 утра травить. Как кнуты? Анбаф? Угу. До следующего РТ. Готовьтесь, нахуй. Ретрия. Все готовы, по-крунски начинай. Это тема забываю оставить. У нас второй шаман есть. Дорн. Бежали.
Ой, рогу не упади. Перебежали. Уснул? Угу. Я тоже чуть не сдох. Чего страшно? Падыка, да и... Босса сильно. Алена. Алена, бейте. Не дёрт 2 секунды. Спит. По-моски заходи. Рейд, заходите. А у танков должна просто аура стоять? Ну, точнее, вот это вот, какую кровь, власть. Да. А у Поклонского стоит, как вы думаете, какая? Власть крови. Ледяная у него стоит. Но... Может быть. У него была власть крови, вот сейчас я смотрю. Все, бей. Может быть, там Халён бы его сутару убил. Назад. Все, Кралька, не хиль меня. Экономи маму. Что ты за Кральку беспокоил? Да она очень сильно сливается по мане. Знаю, Света Небес хилил танка Лумана к концу. Буду лезвий, кубсики, ретри, для тебя же. Сейчас опять, смотри. Сейчас опять спать ночью не будет, короче, будет думать, что за ходы палы хилил. Или еще хуже. Завершам свой. Нере квадрат. 3%. На рекордами. В бомбочке под 200. Ну, не хочет тебе давать. Фаза смотрим, метка смотрим сразу. Перед посланником смерта крыла. И выходи. Цель, метка. Небеса в огне. Перебежали. Восьми рост. Точка. Перебежали. Стоп. Все, стоп. На ману. Еще один гимноман из Террорея. Нет, залейте. Часа. Бьем нормально. Перебежали. Босса не трогай. Босса не трогай, курит.
Ясно. Перебежали. Встанешь? Джесс, поднимай Анка. Да, я встану, но только когда придет. Хилю, давай, Саман, беги сюда. Большой, близко, отводи подальше. Растут, 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 растут. Поднимай Кордобу. На, все, два шамана. Ясно, заряд. Давайте. Еще хилю. Гимн ХП дает. Сука, клоунада ебаная, бля. Че за дерьмище происходит? А что это за метка во тьме была? Кто здесь пролил шаман, по-моему, сам себя? Это не я выносила. И не я здесь пролила. А сейчас гляну. Там паладин выбегал. Мы, кстати, в два хила спокойно справляемся, там до сих пор не падает. А чё ж тогда в три хила падал? Ну, тогда добивайте, нахуй. Ну, потому что я хилил тогда рейд, а шаман тоже цепуха кастовал рейд, поэтому... Да упадите уже быстрее. Вот так, видишь, сколько у меня? Нормально. Виталий, как дела, блин? Топ хил. Да лучше, чем у вас. Так оно и видно. Давай заходи на кого-то. Пока не могу. Так. Нет слова. Была еще... А, это АДК выносил, и кто-то здесь спалил с АДК. Кто, шо? Во тьме не то АДК. Там паладин выбегал с меткой, не АДК. Не знаю, я почему. Была с меткой, господи, и все. А мне что-то не АДК показывали. Ритри, было три метки назад. Да реснитесь уже, блин, болтайте, болтайте. Где вы там летаете полчаса? Пишут там в чат. Каково это убивать лича анбаф с первого трая и сидеть два часа в РС? Еще раз, мам. Все тут, давайте бафы. С Мишкой МТ, ребята, блядь, с Мишкой. Может на Мишку зайти и затанчить, Михалион? Так у нас шаман упал. Да похуй, там, блядь, Соло Селена захилит меня, блядь. Пожирание души на рейд 3 шамана всасывает, и он падает. Каску. Соберись, выноси метку во время лезвия, по ходу лезвия между двумя шариками. Походу я между прочим до самого конца бежала. Она еще каски не раздала, ну хоры. Ну харе, она ноет больше всех, блядь. Пусть каски раздаст, потом ноет. Слакает, и ноет, и слакает, и ноет. Да я вообще молчу. Каски давай. По-моему, ноете вы сидите. Не ругай. Каски давай. Не давай каски, пусть посидят еще. Ну я ластрай, вы как хотите. Давай ластрай, потом я поверю, Виталия зайдет на ГДК. Не, я тоже вас уже сейчас. Все готовы. Начинай покол. Перебегать. Мы уже в рейд. Метка. Перебежали.
Заходи по-конски. Рейд, заходите. Заходите. Походу лезем. Бежали. А, смещайся, смещайся. Бомбочка поднимет, попала. У кого еще БР есть? Шеста КД, да? Да, у нас КД с ним. У нас под ним. Панибога, наверное. Перебежали. Свет, стоп, по боссу. Да, свет не бейте, свет не бейте. Через 3 секунды заходите во тьму. Все, заходите. Блять, Рейтер, я сдохла. Не, это... Пускай пробует. Ну, пробуйте. Машуленька, кидай только хилам, приди. Ну, перебежали. Это лайф. Да, я не знаю, что у вас при этом происходит. Ну, Лара могу сразу сказать, всё. Его... Не, нахер, блять. Лары не захилили, потому что у нас чуть БДК не сдох, там 3% ХП было. А паладин упали и залили. Спокойной ночи всем. Да, Виталик, ждем мы во тьму ретриком и все. Да, мы не убьем уже, мы не убьем. Я вам серьезно говорю, мы не убьем эту РС-ку. Да убьем. Вы видите, что за херня происходит, что за минуту сдохло, блядь, 5 человек. Как такое, сука, может быть? Надо ретрика поменять, он там 3к ДПС дает, как бы, ну, и уже устал. Это уже меняйте. Все, спокойной ночи, я не хочу в этом участвовать. Че, расход? Да, конечно, расход. Ну ладно. Дайте портал. Фу-ху-ху. Такого давно у нас не было.
Да, будет.